Пума, конечно. Смотрите, какие яркие футболочки. Он Женечку такие не понравятся. Скажет, куда мне такую яркую. $25 стоит. Есть вот желтенькая такая. Это толстовочка. Кепочки классные. Мне бы такая подошла. Так, хотим футболочку. Ну что, хочет померить и решим уже потом, что ему нравится. Женщики тоже неплохие у них. Comfort stretch, John. You can look here, maybe your size. It says that's a style what you're looking for. I like it. Класс. Че, прикольные. Он же не любит тут ничего такого, знаете. А я бы взяла такие, а че? Со мной же будет ходить. Да? Фирма это хорошая. Цены не вижу, ребят. А, ну это скини, да, он такие не любит. Рубашечки симпатичные. Тоже не для Джончика. Он такой в жизни не наденет. Джон, look. Beautiful. Do you like it? Мне еще такое не нравится. Не нравятся вот такие рубашечки. Девочки мои красавицы. Ну да, вот эти, кстати, прикольный цвет. Угу. Классные. Ну что? Nothing? Let's try one of these and see how it fits. And yeah. If I like them, I can come back and look around. Yeah, it's a good price. Because it's a tapered fit. Ага. Говорит, попробует, померяет. Если подойдут, то посмотрит еще. Чтобы понимать. Потому что он привык вот эти Levi's. Знаете, мужики же такие. Вот что-нибудь наденут и все. Хрен снимешься. Брючки классные. Смотрите, какие. Ой. Мне нравится. Так переливаются. Суперские. 60, да? Классные. Опять же, Джончик такие не захочет. Ну, I like it. It's just for like. Nice. Треники эти какие. Не хочет. Не хочет нам показать. I like this one. Красивые, черненькие. Levi's. Нашла футболочки Томми. Видите, так как скидка, не все размеры есть. Вот я хочу вот такой, Джон. А, ну вот XL. Может, ему понравится. Нашелся штаны какие-то. Смотрите, какой желтенький, классный. Ну, это, конечно, для молодых ребят. Так, сколько этот стоит? $100. Try white one, John, if you want. Такие рубашки, Томми. Беленькую хотим, Джончику. Michael Kors, мне нравится. Хочу Джону уговорить. Он, нет, нет. Смотрите, какая прелесть. Вот я от них балдею. Так, возьмем еще голубенькую, пусть померит. Может, согласиться хотя бы на одну. Оставила Джончика, ребят, потому что время уже, надо за Дэвидом бежать. Выбрала ему несколько штанов, таких хороших. И две футболки. Одну заставила его взять, вот это Michael Kors, обалденная. Ну, сразу видно, что дорогая. Он дорогая, я говорю, ну, правильно, дорогая, хорошая. Вот, девочки мои дорогие, хочу зайти в парфюм, посмотреть, может, что новенького. На самом деле, вот знаете, попробую несколько, и все. И больше ничего не слышу. Ну, давайте вот первый Calvin Klein попробую. Кстати, неплохой такой, свеженький. Да, я вам скажу, вот подарочки такие есть, Dolce & Gabbana. Слушайте, вот этот Dolce & Gabbana мне понравился, такой легенький. Ну, написано light, что-то там. Да. Приятный такой. Я вам скажу. Интересный запах. Вот Calvin Klein тоже ничего. Такой, знаете, необычный такой, да. Так, давайте еще пробежимся, пока у меня время есть. Смотрите, какие-то тут тоже Dolce & Gabbana. Вот тоже такие light. Вот эти попробовала, ребят. Знаете, все такие слащавые. Вот этот еще более-менее легкий такой. Ну вот, конечно, да, бутылочки классные, а запах не очень. Givenchy, конечно, сладенькие. Вот
такие. I wasn't able to use the gift card. А, you didn't? So you buy my Macy's card? I had to use Macy's card in order to get this one. Ну, ладно. В общем, не использовал мою green card. Ту green card. Gift card. Два раза ему сказала, используй мою green card. Так, ну последний, давайте вот этот вот уж попробуем. Красиво выглядит. Слушайте, а ничего, вот этот вот Daisy Love, да? Как он называется? Daisy — это ромашка. Джончик захотел, сами знаете куда. Я говорю, да я хоть посмотрю, есть ли платья женские. Наверное, позже подвезу. Ничего, покажу вам, что купили. It's okay. Такая футболочка Томми. Смотрите. Я уговорила. Классная, да? Даже мне подходит. Джончику супер-супер. Так, дальше вот это. Michael Kors. Очень крутая. Мне вообще она нравится. Такая, ух. Мужская. Рукава такие. Смотрите, сразу видно, что дорогая. Супер. И внизу такая окантовка. Yeah, that shirt was $80, that's why. Yeah, that's a nice shirt. Видите, жалуется, говорит, дорогая. Говорю, yeah, I don't need a lot of those nice shirts. Yeah, I not, could buy just one. Kohl's I can we buy. Go to Washington, you take it, right? You take both. I mean, it'd be nice if we could go somewhere out to nice dinner, but it's hard with dinner. I know. You know? Я рада. Больше, чем он. Так, дальше девочки-красавицы, мальчики тоже хорошие. Вот такие брюки-джинсы. Очень такой прикольный материал. Мне нравится. Не знаю, на камеру видно, не видно. Levi's, его любимый. Зауженные вот такие. Вот. Отличные брючки. Мне тоже они понравились. Как же без домашних треников? Кстати, смотрятся отлично. Мне понравились вот такие. Adidas. Да-да-да, Adidas. Your favorite. Класс. Но они на нем сидят обалденно. Так что буду его дома снимать вот в этих штанах. Я ему уже сказала. И что он тут себе еще? Шортики заниматься на тренажере. It's for working out, John? You bought it, right? Or just around the house? Короче, тоже. На лето. На 218. Говорит, он сказал кассирше, я только буду платить, если будет ровно. Ровная цифра. Но это он смеется, конечно. Так, сейчас я должна все свернуть. Потому что он говорит, она так красиво мне все это свернула, а ты сейчас все испортишь. Джунечка, это не видно, что-то я только заметила. Снимаю только себя, да? Ну, штаны классные, классные. Джон, I like this pants. So good. I gotta fix the clock. Oh, yeah. Да, у нас же часы перевели. У вас уже не переводят часы, ребят?